Вчера в Ульяновск прилетел известный израильский фортепианный дуэт «Сильвер Гарбор». Сегодня вечером в Большом зале Ленинского мемориала состоится их концерт. Он проходит в рамках культурной программы, приуроченной к 25-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. У нас, несомненно, очень много общего. Не стоит забывать, что более миллиона человек, которые происходят из России, да, проживают сейчас в Израиле. Очень много общего в культуре. Мы во многом одинаково смотрим на очень многие вещи. Скажем так, наши души близки, даже в каком-то смысле можно так сказать. Если вот говорить о Гиле, то его семья, в том числе по одной из линий, также происходит из России. В программе концерта яркие, знаковые сочинения композиторов-романтиков Шуберта и Листа. Очень редкое на концертной эстраде произведение позднего Бетховена «Большая фуга», написанная первоначально как часть струнного квартета. И блестящая концертная композиция «Сен-Санса» в переложении для двух роялей великого мастера импрессионистской звукозаписи Дебюсси, интродукция и ронда Капричиоза. Фортепианный дуэт «Сильвер Гарбор» существует с 1997 года и за это время завоевал огромное уважение публики и признание музыкальных критиков всего мира. Музыканты выступали на самых престижных концертных площадках мира, включая Карнеги-Холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, неоднократно участвовали в фестивале «Кремль музыкальный» в Москве. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.